Для чего стригут газон? Если мы говорим о газоне, то не стричь его нельзя. Если газон не стричь, то это уже не газон, а луговая территория. Мы живем в городе, и, конечно, ландшафты предполагают газоны. Что нам дает стрижка газона? Ну, во-первых, эстетический вид. Во-вторых, очень много клещей размножается, живет в траве, и поэтому, если газон не стричь, то санитарное состояние города, оно может быть подорвано. Газон нельзя смешивать с одуванчиком, с борщевиком. Одуванчик вообще-то это сорняк, потом одуванчик пылит, очень многих аллергий как раз, его косят именно до того момента, как образуются семена. Стрижка газона начинается с апреля месяца и заканчивается в октябре месяце. Осуществляется портальными газонокосилками. Покос производится при высоте травы 10-15 сантиметров, скашивается трава до высоты 5-6 сантиметров. Уборка скошенной травы производится в течение 2 суток после ее покоса.